Чебоксарах отметили День местного самоуправления. Праздник установлен в 2012 году. В России его празднуют 21 апреля. В этом году в нашем регионе решили отпраздновать 3 мая. Праздник прошел в Чувашской филармонии. В фойе была организована выставка. Каждый муниципалитет представил то, чем гордится, какие планы по развитию округа. Так, в Урмарском представлен проект по развитию национального парка. А в Новочебоксарске предлагали написать послание бойцам СВО. В Чувашии 21 муниципальный округ, 5 городских округов, 291 территориальный отдел. Местные проблемы должны решаться на местном уровне. Это выражение в современной России можно сделать девизом региональной политики. Каждое муниципальное образование – своеобразное маленькое государство со своей территорией, населением и действующей властью. На местах именно вы, уважаемые коллеги, выстраиваете слаженную работу всех структур, обеспечиваете порядок, согласие и спокойствие жителей на веренном вам территориях. Вы, как никто другой, знаете их проблемы, нужды, реагируете на поступающие обращения. В Чувашии реализуется 11 из 12 нацпроектов. Разрабатываются дорожные карты по множествам федеральных и региональных программ. От местного самоуправления зависит их успешная реализация, так же, как и проектов инициативного бюджетирования и более мелких вопросов, которые в первую очередь волнуют людей. И вот мы с вами, являясь частью такой огромной, большой, великой страны, конечно же, делаем все для того, чтобы территория каждого населенного пункта ежедневно изменялась. И желательно изменялась к лучшему. И вот за этот труд, который вы делаете, я вам говорю огромное спасибо. На празднике глава Чувашии Олег Николаев и военный комиссар Бахтиер Холиков вручили медали за отвагу бойцам, вернувшимся из зоны СВО. Сергей записался добровольцем летом, осенью вернулся после 2 ранений и вновь пошел работать в школу. Я и в школе, и среди своих ребятишек постоянно рассказываю о том, и на тренировках тоже, что там и как было, и с учетом вот всего опыта, значит, конечно, им даю прежде всего духовные и физические. И моральные вот эти вот качества, они мне там помогали. И я хочу все отдать ребятишкам. Награды на празднике получили сотрудники местных администраций. Благодарности, почетные грамоты и знаки отличия за безупречную муниципальную службу. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.